Вот это в ванне снег с водой разводит и туда делать. Это Валерий, он мастер такой. Видишь как? А тут ступеньки, по ним будут заходить. У нас двойные ступеньки. С этой стороны для таких, ну, ловких ребят. А с той стороны хоть для кого. Вот видишь, сейчас на станках привели. Повозка готова. Ох, эта повозка, сколько же я на ней перевозил. А она с нержавейки, однако, да? А? С нержавейки, по-моему, да? Да. О, надолго хватит. Я это, болтайскую правду на ней. Тут Володя. Ты маленько это, не, чтобы у тебя она не было, ты его срежь, она у тебя, видишь, как катит. Ты сделай туда, чтобы она на наклон была. Иначе они тут коленки и руки будут разбивать. Сильно срежь. И дальше вот эти, она сгодится, у тебя не пропадет. Кверху он туда, на другую кидай. Наклон в ту сторону делай. А на эту даже близко, чтобы наклона не было. Сразу начнется здесь авария. Падать будут, коленки разбивать и... Ну и катушка. Там тоже, Сережа, пока она это не замазана, выше не надо это делать-то. Срезать надо под уровень и маленько наклонить туда. По доске. Иначе придется отвечать. Володя уходит. Поехал за водой. Да почему у всех, кто Андрей такой же, Володя тоже. Вот. Брат он помогает по мере. Вот. Брат редко у нас на занятия, но он остается сам. Что, Валерий? Да, Валерий, ну редко. Редко было. Желательно бы побольше, но почему-то. Надо как-то упросить. Да? Вы что, ступеньки делайте маленько наклонные туда, чтобы были, а не сюда. Вот так, подрезай их туда. Ну, я понял. Чтобы они не падали, иначе они как на катушке будут разбиваться. Такого нет. Эта сторона должна быть повыше маленько. Чтобы нога не скользила. Есть! Есть, так он пошел и там тоже сказал делать. Игнатий Ильич, тут будет маленький нюанс еще, который вы не учитываете. А что? Саму катушку подливают всегда, да, для того, чтобы катались. А ступеньки никто уже лить не будет. Они будут засыпаться снегом и затапливаться. И все. И станет обыкновенный заход. Просто будут ступеньки слить. Ступеньки должны быть наклонены маленько туда. Они будут уже снежные, они натопчутся под ногу. Ну как-то ощущать будем до льда. Зачем? Я каждый год, а как? Нет, не надо их дальше. Иначе кубарем пойдут. А поправим. Нет, все нормально будет. Поправим. Все будет хорошо. Кубарем пойдут. Надо заранее уже смотреть, что с нашими ребятишками будет. Никто не упадет никуда. Мы еще тут еще Женя привезет бруски, и мы сделаем парапет. Никогда не делали. Один раз как-то делали. О, поели у меня голубки, ушли. Придумали снег кидать сюда. Я выскочил и прогнал отсюда. Ребятишки. А они еще знают, ребятишки. Ну, самое то. Возили тогда. Нету, в городе нашли колонку, оттуда брали. А сейчас отсюда, рядом, колонку сделали хорошую. Сильно быстро вода набирается. Вот он там, Володя. Это дом. Ну, привезется, сейчас сюда увидим. Сегодня не холодно. Температура, не знаю, 8 всего градусов, что ли, или 12. Это считается нормально. Такие ступеньки несут, они что, ногу не поднимут? Какой пистолет-то под меня делаете? Это не делается так вот. Помни, как у нас были в садборе.
Только 700 на уровне. Да вообще ничего не было. Вот такие зацепы какие-то, больше ничего. Так там и с соплями летит. Да это как пойдет ковырком оттуда. Да. И приятно было, не знаю один почему. Залезет, что посильнее, все, все. У нас горка была, вот высота вон той девятиэтажки. И вот еще дальше туда. И вот да, это была все горка у нас. Это в Красноярске. Там яр у нас и поднятый метров на 50. И дорога идет. И кое-где, где дороги нету, мы соединяли, протаптывали. И прямо оттуда начинались дороги катиться. Там гаражи были наверху. И вот так по дороге, потом вниз там под склон, где уже сами натоптали. Опять на дорогу. Да. Вон там верхняя особенно, подрезать ее надо, чтобы она... Ребятишки начали грохнуться. Большая неприятность будет, поверьте. Голуби прилетели у меня отовсюду. Вон они как. Да, вот это все ступенька будет. Все это ступеньки делать. Ну, улетели. 26, кажется, сегодня уже было. И у меня молодость в Красноярске прошла. В Усть-Каменогорске я был там до 9 лет, до 11 лет был в Бийске. И с 11 лет в Красноярске был. И уже там... Я Володя жду, сейчас со слягами подъедет. А я... Вот, какая елка шикарная, береза. Это я не садил ничего, это все мне досталось, как с неба Бог опустил. Да Господь так делает, все ему. Сколько людей тут утешения находили, гости приезжают. Во славу Божию, интересно жить. Сегодня сколько ребятишек тут было. Во! Вот это да. Дай-ка я сяду туда. Подожди маленько. Подожди, маленько сяду. Вы же тяжелый. Ну-ка попробуй. Я прокатился сзади стал. Вода тут налита. Ну, наверное, это последняя вода. Что, Валер, тебе дать? Конечно. Ну, все. Наверное, все последняя. Ну, теперь только это. Володя, я пошел туда. Сюда, сюда. Ну, а, все сбылось. Хочешь маленькое? А то я выключаю, все. Все, выключай.